С приходом тепла толщина льда на водоемах уже небезопасна. А прогулки по карьерам и озерам – любимое развлечение школьников и рыбаков. Сотрудники МЧС выезжают в рейды, отслеживают появляющиеся проталины, а также призывают население сохранять меры безопасности. Особое внимание уделяют подросткам. Спасатели проводят уроки. Такие профилактические мероприятия направлены на снижение травматизма, недопущение гибели людей, которые отдыхают около водных объектов. Рейды в автономии продолжатся до тех пор, пока лед полностью не сойдет с рек и озер.